Воинская часть 5511 в нашем городе объявила минуту молчания в памяти о бойцах Национальной гвардии, погибших в результате инцидента 5 января. В день общенационального траура в воинской части были приспущены государственные флаги. Национальная гвардия Республики Казахстан была образована 10 января 1992 года. Однако сегодня солдаты собрались не к 30-летнему юбилею, а к траурной дате. Воинская часть 5511 объявила минуту молчания в память о погибших во время инцидента 5 января бойцах Национальной гвардии. В Кызылорде рядовой Мадияр Кайсаров, в Талдыкургане гвардеец Айбат Аманов погибли от тяжелых травм во время беспорядков. Это были юноши 2002 и 2003 годов рождения. На собрание дали дань уважения подвигу воинов, пожертвовавших жизнью за безопасность нашей страны. Вся наша страна переживает сегодня последствия случившегося инцидента. Выражаем соболезнования семьям погибших солдат и сотрудников силовых структур, друзьям. Желаем, чтобы наше суверенное государство процветало, крепло благодаря единству наших сил, чтобы наш народ жил в достатке. 9 января указом президента Касым-Жомарта Токаева за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, два солдата были награждены орденом Айбын 3-й степени. Ветераны военной службы и солдаты говорят, что это большой героизм и пример для следующего поколения. Сегодня, 10 января, по указу нашего президента, отмечается как трагическая дата. Все мы по-прежнему скорбим и выражаем соболезнования родным и близким погибших двух молодых солдат Национальной гвардии. Ситуация в стране в целом для многих стала потрясением. Мы всей воинской частью собрались в день общенационального траура. В связи с траурной датой в воинской части были приспущены государственные флаги. Отметим, что в результате забастовки 5 января погибли сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие и солдаты Национальной гвардии. Талшын Шакыртхан, Аяулым Бакыткызы, Айдос Айткалиев, телеканал «Семей».